Как и все дети, в канун Нового года 14-летняя Надя загадала желание. Девочка захотела новый ноутбук. Исполнила желание заместитель главы Республики Карелия Татьяна Игнатьева. Именно она сняла с елки открытку Нади с заветной мечтой, поддержав тем самым благотворительную акцию «Елка желаний». Не просто поддерживаю. Я считаю, что все взрослые должны объединиться перед Новым годом и выполнить новогоднее желание ребенка. Потому что мы тоже были маленькие, мы верили в чудо, и это чудо должно быть у ребенка, у каждого ребенка, тем более у тех, кому на сегодняшний день труднее. И вот подарок нашел своего получателя, тот самый желанный ноутбук. Надя и ее мама Татьяна поблагодарили заместителя главы Карелии за столь приятный и полезный подарок. Я рада, что вы получили подарок, так что все желание, которое загадалось и повесилось на елку желаний, сбылось как раз под Новый год. Я очень рада. Спасибо. Спасибо! Татьяна Павловна, спасибо вам большое за долгожданный подарок. Ноутбук Наде нужен в первую очередь для учебы. Обычно ей приходилось делить компьютер с братом. И Надежда все время ждала очередь, когда ей брат освободит компьютер, чтобы сделать свои домашние задания. Теперь ведь очень много информации нужно для подготовки, брать из интернета и на образовательных платформах. Теперь у Надежды будет свой ноутбук, и она будет с удовольствием, думаю, заниматься больше и стараться. И главное, никого не ждать. Также ноутбук даст Наде возможность чаще и больше общаться со сверстниками, находить на просторах интернета что-то новое и увлекательное. Егор Буяло, Сергей Беляев, служба новостей.